Утопим Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сестры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать дикой охоте. Однако Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным всадником охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял ее след. Ему предстояло искать новые зацепки. Ведьмак, приветствую. Где мои деньги? Вот, возьми. В два раза больше, как и договаривались. Уж кто как, а я слово держу. Со второго раза. Ну да забудем об этом. Спасибо, и пусть тебе повезет. Thank you.
твою воздействие, краткий миг на этом свете. Что за нею наступает, каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами, что им в тягость скажут сами. Мы за жизнь свою в ответе, краткий миг на этом свете. Что за нею наступает, каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь свою в ответе. Краткий миг на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им тягость, скажут сами. Нам ждите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. Кто неверным бродит шляхом, мира смертных не покинув, тем легким ясным знаком призываем Силу. Призываем Силу. Ясно слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко, дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его! А людей разогнать! Люди, не тронитесь с места! Разрывайте! Кружь повсюду! Плохо обернулось, плохо! Беда нам! Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови. Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить дяды! Готовьтесь! Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем!
Глушь повсюду тьма ложится. Что-то будет, что случится. Что-то стонет и скребется, чей-то дух к костру несется. Глушь повсюду тьма ложится. Что-то будет, что случится. Призраки! Святая земля кровью замарана. Не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь! Бегите, кому жизнь дорога! Все пропало. Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямрас лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. Распогодилась.
болоте останки Ямраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Я нашел тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то ворожей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, ворожей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст.
что? Неплохая работа моему любушке. Да куда ж ты? У меня от нее уже из жопы щепки. Ты что такой снулый? Шевелись! Да ну тебе. Я вздохнуть могу. Ну, с чем пришел? Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на Кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков. Только вот в людском мире нету черного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну давай, рассказывай. Санетта, у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она пила и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этейну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Я по-прежнему вижу здесь только твою вину. Ты дашь мне договорить? Ну хорошо, что было дальше? Я воевал на разных фронтах, получал жалования, а Нетта одна сидела целыми месяцами. А позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти 3 года утешал какой-то Эван. Друг детства, пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука? Если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробу она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит. Уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня.
завалил паскуду, а требуху его бросил псам. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я, если б не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтоб я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь, лучше бы ее саму убил. Я 1000 раз прощения просил, я цветы носил, подарки, и хоть бы что. Через 2 года злость ее перешла в равнодушие, но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Твоя жена служит ведьмам. Ты, сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топях. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Они бежали ночью. У леса на них напало чудовище, которое служит ведьмам. И похитило Анну. Чудовище? Вот ты, сука. А Тамара? С ней ничего не случилось? С ней все в порядке. Ну, слава богам, хотя бы так. А что с Анеттой? Что было дальше? Тварь унесла ее вглубь топи, но вреда не причинила. Больше того, кажется, сейчас Анна по-своему счастлива. Счастлива? Хватит мне мозги ебать! Что она там вообще делает на этих болотах? Она заключила договор с ведьмами и... И, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них 1 год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажутся. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь, ты бы тоже надеялся на их милосердие? Нет, я бы не надеялся. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Соберу людей, пойдем туда и вытащим Анну. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я... На вас напал Василиск. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина!
когда перед нами приземлился, я решил все. В этот раз нам уже не вывернуться. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь! Выживешь! Ну тогда покажем этой сволочи! Этого так не оставлю. Ты все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. Ты тоже мне помог. Дал мне приют, велел обо мне позаботиться. Мы квиты. Тебе не обязательно уезжать. Здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию. Я должна. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград. А там увидим.
Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Переправа через Понтер окружена реданскими войсками. И несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу реданцам. Я дал ей охранную грамоту. Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в темерском войске. Но переправу охраняют реданцы. Если есть заслуженная репутация и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, то, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Немного наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. Что за... Вот ты где! Опять сбежал! Извиняюсь, мы уже ушли. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума и считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого-то не назвал. Значит, он умеет говорить? Не, я спросил, мол, как звать? А он ничего, только тычет себе в нос палец ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю, а тебя как зовут? А он смотрит на меня, как на глупого, и гудит такой, Ума, вот. Вот так прицепилось. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся? А, с ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Ой, да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон, и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. И что смешного в этой истории? Ну, поехал я как-то в Новиград. Развеяться, вкусить, так сказать, радости большого города. Остановился в трактире. А там как раз игра. Вот, и я присоединился. Карта мне шла. Прям вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со Скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, чё? Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во вродице. Вот и песенке конец. Очень смешно. Животики надорвешь. Да чтоб ты понимал бы. Ну, теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да. Хотя я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот, у сукиного сына, есть что-то такое вот умное в глазах. Не знаю, может, кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Ну, ладно, ничего. Жрать много не жрет. Хлопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся.
Мне пора. Прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. И будешь для нее хорошим отцом.